Недавно эти картины на стихи Сергея Есенина экспонировались в Свердловске. Их автор Юрий Борисович Дацкевич. Он начал рисовать еще в детстве, и всем близким казалось быть Юрием художником. Только жизнь рассудила иначе. Сейчас Юрий Дацкевич – один из лучших специалистов Свердловского городского отдела внутренних дел. А художественные способности, умение по частностям воссоздать целое, цепкая память, как нельзя лучше пригодились ему. Трое неизвестных ограбили водителя такси и скрылись. Пострадавший запомнил лишь одного. Но этого было вполне достаточно. Достаточно для того, чтобы Юрий Дацкевич за какие-то минуты выполнил словесный портрет грабителя. Из архива милиции слева рисунки, сделанные Юрием Дацкевичем. Именно по ним работники уголовного розыска оперативно нашли немало разыскиваемых. Сержант милиции Юрий Дацкевич. Человек, нашедший свое призвание.